Широкая масленица с Надеждой Бабкиной пройдет в селе Захарово 29 февраля. Гостей ждут хороводы, пляски и песни, катание на старинных качелях и каруселях, а также игры и забавы. С 24 февраля по 1 марта во всех муниципалитетах Подмосковья пройдут масштабные проводы зимы, а Захаровская масленица традиционно является одной из наиболее ярких и интересных в регионе. Приглашаются все желающие.